Всем привет! Ну прям как в старые летние времена, да? Иду на море, опять по улице Колораж. Я всегда по ней хожу. Посмотреть, что там творится. Ну, ветерок вы ощущаете наверняка. Ветрозащиту я не взял что-то, так оно в машине осталось. Но погодка сегодня вроде бы как отличная. Обратите внимание, уже клумбы переходят на осенний режим. Все старые цветочки выкопали, довезли, видимо, земельки, перекопали, натянули веревочки, значит, скоро буду что-то новое сажать. Травку покосили. Еще есть у нас один джипинг, так что желающие могут все прокатиться. Плавает по морям один водный мотороллер, мотоцикл. Еще бегает по пляжу санек. И купаются дети. В прямом смысле этого слова. Вот он, делают массажи, вот они мотоциклы. Вот он. А вода. Вы посмотрите, какая водичка. Прям просто лето. Тут музыка, правда, играет у ребят. Покажу, вон детвора. Мелкие, ну я не знаю сколько это, 6-7 лет может быть, плавают. Вода прям штиль, полнейшая, волны нет вон. Вообще классно сегодня, вообще, ребят. Людей не скажу, что очень много, но и очень немало. Для октября вообще просто кайф. Обойду сейчас Санька. Обгоню, а он потом меня нагонит. Возможно, но не будем за ним гоняться. Вода вообще прям сегодня супер. Супер-пупер. С той стороны тоже пляжа. Водный мотороллер. Просто лето. Смотрите. И не говорите, что не видели. Прям вообще, блин, нет слов. Пляж Лазаревский 2. Вторник. Я не помню, какой сегодня. 12 число. Вообще класс. Покажу поближе. Поближе. Чистейшая водичка. И мотоцикл он тут прям тут рядышком ходит. Я всегда с собой беру. Две! И коптер! Такая. Да. Вот. Покорять черноморские просторы прям с камерой. Да я накатался уж, поверьте, за все лето. Спасибо. Я работаю. Да. О, смотрите, какие девушки прям выходят из воды. Что не можно глаз отвести. В общем, ребят, лето. Пошел я на причал и там полетаем. Вот такая вот погодка у нас сегодня. Супер.